29 автоматов и 24 пистолета изъяли у солдата, сбежавшего из воинской части под Шымкентом, а также у его соучастников. Они пытались продать оружие, сообщили сегодня в МВД. В рамках уголовного дела задержан основной подозреваемый, который совершил хищение оружия из воинской части, а также двое его соучастников, один из которых помог вывозить, а другой сбывать. Проводятся разыскные мероприятия для установления всех лиц, которые причастны, сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев. Известно также, что по делу сбежавшего контрактника задержаны трое военнослужащих по подозрению в халатности, которая повлекла хищение оружия в воинской части. Начальник Следственного комитета МВД Санжар Адилов сообщил, что оружие военнослужащий похищал постепенно с января текущего года. С конца января и до середины февраля, будучи, значит, незамеченным, имея доступ к камере хранения оружия, по одному, значит, оружию, по две единицы он совершал хищение. Ну а что касается большого, соответственно, будет логичный вопрос о хищении автоматов. Тут он пригласил своих знакомых, гражданских друзей, и они уже, значит, автоматы более тяжелые. Вот основное оружие все-таки было похищено в один день, это в ночь с 19 на 20. Он продал буквально, значит, два пистолета он успел реализовать. Мы их сразу же обнаружили и изъяли. Напомню, в ночь с 19 на 20 февраля из воинской части под Шымкентом сбежал солдат. После его исчезновения обнаружили крупную недостачу оружия. 30 автоматов Калашникова, 27 пистолетов Макарова и 444 патрона. В Главной военной прокуратуре сообщили, что по факту пропажи оружия возбуждено уголовное дело.